надо, Марина, куда же горник? Ладно, зять. Я зятя позвала, он за 5000 его продала. Дешево, Сашка, говорит, на 7, говорит, она упала, говорит. Казаты вон с сережками, смотрите, какие сегодня эти, на бороде-то висят. Угу. Вот это признак породы. Да. И вон там у Камолы, Камолу я даю тоже. Камола, она без рук, коза, но я ее даю. Она обогнила, родку молока давала. Ну, часто поменьше. И вот сюда и сейчас Камолы, она с сережками. Ну, козел интересный, то ли баран, то ли козел. Козел? Да. Пока тех маленьких пою в сарае, и потом я не знаю, куда они побегут. Такой весь ритм. Ну. Интересно же посмотреть, что за порода. А, ну, вот это вот титки-то, смотри, это. Вы их подоели, наверное, уже, да? А, поэтому титки в это. Нет, я вам казаком пою. Простите. Любопытно, для интереса, для чего? Так а это что, вот без рогов? Он такой был, что ли, козел? У меня два было, один вот такой. Ну, это породистые? Любопытная, любопытная идет. А это в куче молодняк стоит, да? Так а вы вот сколько раз в день дуете? Да они пошутся, два раза в день. Утром, вечером дуете, да? А козлов держать гораздо легче. И вот у нас пенсионеры уже в возрасте держат козлов. Но не только для того, чтобы, ну, заработать или деньги, но это интересно, увлечение. Вот я посмотрел, я показал, каких козлов у нас тут держат пенсионеры. Даже не знает, какая из них порода. Но держит для себя бабуля и держит ради своего удовольствия. Кому интересно было про козлов, поставьте лайк. Ну, кому не интересно, дизлайк. Подпишитесь на канал. Если подписались, не забудьте нажать на колокольчик. Как она будет кормить козлов моим сеном, я обязательно схожу и покажу. Всем до свидания.